Так, ну что, добираемся до катушек, снимаем разъемы. Пластик высох. Пластик высох, лопается. Отводим проводку в сторону немножко, чтобы не мешало. И откручиваем катушки. Головка на 10. Ослабляю сразу все три болта. Снимаю катушки. Все катушки сухие. Это хорошо. Сейчас продую внутри. Свечной ключ на 16. Свеча прошла. Сколько тысяч свеча прошла? 95. Вот эта свеча прошла 95 тысяч. По сроку их меняем. Свечи будем использовать оригинальные 90-919-01-210. По Денсо она идет СК-20-Р11. Зазор установлен на свече уже сразу. Берем. Вот. А сейчас приеме со всего автомобиля она изменится, станет лучше по зазору на электроде. Видно, что здесь зазор меньше, чем на старой свече. Ну вот для сравнения. Нормально видно? Так что
электроды тоже подгорают. Надеваю свечку и закручиваю ее. Затяну ее динамо ключом. 25 ньютонометров. Все, этого достаточно. Откручиваем вторую. Тоже свеча в хорошем состоянии. Также ставлю новую. Опускаем потихонечку, чтобы свечку не уронить, иначе есть вероятность ударить по зазору, что приведет свечу в негодное состояние. Все. Ну и выкручиваем третью свечку. Я когда выкручиваю, придерживаю ключ таким образом, чтобы у нас удлинитель шел параллельно свечи, чтобы его не с, как говорится, не сместить в сторону и не расколоть изолятор на свече. Бывают такие случаи, крайне-крайне редко, когда ломают изолятор, потом не продувают, выкручивают свечку до конца, и осколки керамические попадают в цилиндр. Это смерть двигателя. Если кто не хочет этого, будьте аккуратны. Вот здесь, на удивление, зазор, наоборот, уменьшился. Здесь зазор меньше на свече. Мало того, что он меньше, он еще и смещен относительно центрального электрода. Верхний электрод немножко в сторону. Поставил третью свечу. Устанавливаем на место и закручиваем. Все. Третью свечку заменил. Устанавливаю на место катушки.
одеваем разъемы. На этом разъеме защелка отлетела, поэтому садим его более глубоко. На резинке он слететь не слетит у нас. И все. Устанавливаем коллектор. Не забываем одевать вентиляцию с головки, с клапанной крышки. Ставлю коллектор. Так, затянул болты, ставлю на место клапана. Так, они ставятся. И закручиваю болт. Болт прикрутил. Одеваю шланги.
Эйзенштейн. Одеваю разъем. Так, ну что, мы сзади все собрали. Теперь меняем свечки на передней голове. Затянули-то. Зачем так? Вообще даже не трогаю, они отваливаются. Все пересохло. Как ее снять-то целую? Все, пластик уже устал от времени. Ну, как видно, все свечи еще в хорошем состоянии, но по сроку надо менять.
все, свечки я затянул. Устанавливаю на место катушки. Ну а теперь устанавливаем компенсатор на место. Корпус прикрутил, устанавливаю на место фильтр. И крышку.
и одеваем здесь вакуумные трубки и проводку на место. Здесь шланги у нас проходят в пазах, стоят. Шланги по сечению разные. Ну и ставим заключительный наш крышечку и вот эту накладочку переднюю. Клипсы возвращаем обратно в это положение. Вставляем и вот ровненько защелкиваем. Пробуем, заводим. Шепчет. На этом все. Замену свечей я закончил. Всего вам доброго.